Руководство предприятия «Щелково хлеб» решило помочь эвакуированным жителям Донбасса и передать им 3 тонны кондитерских и хлебобулочных изделий. «Щелково хлеб» на сегодняшний день является одним из самых крупных поставщиков хлебобулочной продукции в Подмосковье. Осуществлять погрузку провизии помогали волонтеры «Молодой гвардии Единой России». Коллектив предприятия принял решение в ответ на обращение партии «Единая Россия» отправить хлебобулочные, булочные изделия, сдобные изделия, которые мы выпекли в ночную смену, людям, которые оказались сегодня в трудной жизненной ситуации. Это женщины, дети, которые бросили свои дома. И, безусловно, мы не могли не откликнуться на эту просьбу. Всегда, когда необходима помощь жителям, нуждающимся, что сейчас ситуация, которая происходит на Донбассе, что до этого у нас были какие-то страшные катаклизмы, у нас ребята постоянно, волонтеры выезжают в разные области, стараются помогать, мы мобилизуем свои силы, всех наших ребят собираем по области, с городских округов, также другие регионы тоже подключаются. Для всех желающих помочь «Единая Россия» открыла специальный пункт сбора гуманитарной помощи. Туда можно передать средства личной гигиены, детское питание, продуктовые наборы и одежду. Все это будет отправлено в Ростовскую область для беженцев. По всем вопросам обращайтесь по номеру телефона, который вы видите на экране. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.